кого? Скоро нам говорю. Сегодня я говорю, разговариваю по поводу наших дел. Я говорю, так меня удручают дела в Киеве, так как это то, что они там происходят, то, как они себя ведут, что я, в общем, говорю, думаю, блин, что мне намного более понятны люди, находящиеся в Донецке. Бывает, к сожалению, именно так. Да. Смотри, сегодня отдали парня по фамилии Верещагин. Верещагин? Да, это ваш ночной волк, друг какого-то хирурга, короче. Да, я понял. Слушай, а ты говорил про Рубана, что-то. Он к нам, как он? Рубан вас, да. Вот это же он сегодня забрал 20 человек и забрал... И, а с Рубаном я вчера говорил, кстати. С Рубаном я вчера говорил. Ну как? Ну, хороший, адекватный человек. Смотри, у него список сегодня он должен был передать, наверное, Захарченко или кому-то. По поводу участков вот этих мажоритарных. Угу. Ну, ты понял, какие? Ну, вопрос, допустим, то, что касается регистрации, вот я Корбану сейчас говорю, а как они зарегистрируются? Они же не могут туда поехать, в ЦВК. Он говорит, ну, это вопрос решается, поставят вопрос на этой самой, на Минске или где-то. Мы должны как условие это выдвинуть, что мы, если мы, допустим, делаем какой-то процесс, то мы хотим на мажоритарных, чтобы вы там никого не подсунули, бывших регионалов. Мы дадим своих кандидатов, они будут участвовать, мы проведем тогда выборы. Ну, то есть, фактически, это будет сказано, что вы выберете своих людей, которые будут в этом самом, по мажоритарке, 20 человек. Второй вопрос, что для того, чтобы они вступили в полномочия, то, что я сегодня написал, они должны принимать присягу. По понятийно это немного расходится с теми целями, которые вы декларируете. Можешь мне, я просто не в курсе, какая... Процедура? Да, процедура конкретно, я-то не избирался. Процедура, что народный депутат Украины, который избран, они идут в парламент, кладут руку на Конституцию, да и принимают присягу. Зачитывают, что там верность народа Украины, бла-бла-бла, а там в том числе и территориальная целостность. Ну, то есть, как ваши депутаты, с другой стороны, да. Учитывая, что вы декларируете на отделение, правильно? Но, с другой стороны, это же морально-этическая вещь, поэтому как-то надо будет с этим идти на какие-то вещи. Ну, примут присягу, ничего страшного. А ты сам-то скажи, не знаешь, что под собой подразумевает закон, который об особом статусе региона? А я не знаю, смотри, я завтра вернусь, я завтра хочу Ложкина, я сегодня Ложкину говорю, смотри. А я разговариваю уже длительное время, я правда на себя взял, что я из Захарченко говорил. Я разговариваю с Губарем, разговариваю с Захарченко, говорю, они хотят поговорить с тобой. Завтра поднимай свою жопу, блядь, и поедешь в офис, будешь разговаривать с ними тоже по скайпу. Слушай, знаешь, что я тебе скажу? Ну, чтобы он получше подтолкнуть, ну ты к нему как-нибудь, не знаю, так лояльненько, так подойди со стороны. Ну, сам понимаешь, да, чтобы... Ложкина? Да, ну объясни, что мы не звери, мы простые люди, да? Да я слушал, я с ним нормально, я его знаю намного раньше, он по любому партнерам был вообще не холден. Поэтому он нормальный парень, он в дом заходит, там туда-сюда, он там ничего, но ему он же начальство есть, должно дать полномочия. Они в этом деле, они как попадают в эти кабинеты, начинают, блядь, чиновниками становиться. Ну, как гнуть понты. Но в любом случае, я думаю, завтра мы его это самое приведем туда, я уже буду в Киеве, к другому Тимуру. А, возьми вискарь просто. Хорошо.